Дорогие земляки, уважаемые гости Оренбурга, от имени депутатов городского совета и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Уходящий 2021 год запомнится нам разными событиями, реализацией значимых для города проектов, инициативами и программами. Мы с уверенностью можем сказать, что прожили этот год достойно, много хорошего удалось сделать, но и многое пришлось переосмыслить и вдохновиться на решение новых задач. Я благодарю всех оренбуржцев за понимание и доверие, за активное участие в жизни города. Со словами особых пожеланий хочу обратиться к тем, кто встретит новогодние праздники на посту, полицейским и пожарным, медикам и энергетикам, работникам коммунальных и аварийных служб, скорой помощи, дежурным и диспетчерам, ко всем, от кого зависит ежедневная и бесперебойная жизнь такого огромного и сложного организма, нашего дома, нашего Оренбурга. Пускаем новогодние торжества, у вас не будет излишнего напряжения. Пусть у всех праздники пройдут спокойно, без происшествий. Новый год всегда связан с ожиданием радости, надеждами и мечтами. Он нацелен на обновление и процветание. Каким будет, зависит только от нас с вами, от нашей целеустремленности, инициативности, желания реализовывать мечты. Поэтому я желаю всем оренбуржцам крепкого здоровья и сил для осуществления добрых замыслов, благополучного старта всем начинаниям, оправдания лучших надежд. Пусть ваша жизнь в новом году будет яркой, многообещающей и щедрой, как сам праздник. С Новым годом, дорогие оренбуржцы!